Беларусь отправила гуманитарную помощь в Украину. Груз сопровождают спасатели, а безопасность на белорусских дорогах обеспечивает дорожная милиция. Машины гуманитарной помощи везут продукты питания, мебель и технику. Все это доставят в Донецкую и Луганскую области, затем раздадут пострадавшему населению. Уже завтра утром фуры пересекут белорусско-украинскую границу. Пройти таможенный контроль без очереди помогут и Госпогранкомитет, и белорусская таможня. Автомобили и сопровождающих встретит посол Беларуси в Украине в пункте пропуска «Новая Гута».